Вот тут живут молодые. Вот это у нас получается большая пролетка. 1,30 м, наверное, на 95 высотой и 50 сантиметров шириной. Здесь вот живет дубровник. Вот он прыгает. Дубровничек. Рядом кинорочек. Вот он. Самечек. Здесь смотрим. Беленький тоже. Самечек. Здесь беленький самечек. Так, дальше. Пестренький. Еще пестренький. Что там, московка. Вот московка. Там еще стоят клетки. Раньше там жили юлы у меня. Сейчас юл нету. Ну, хочу завести. Уже год нету юлы. Напротив тоже полочки. Здесь, ну, сейчас ничего нету здесь. Вверху там это развожу червей для насекомоядных, для московки, для дубровника. Дрозд у меня был сизый, шама, вот всех я их кормил, овсянки. Так что вот так вот они живут. А вот этот гоняю я им, иногда вечером включаю диск. И все. Еще они будут петь, сейчас посмотрим. Ну, давай, кто там смелый? Смелых нету. Как видите, здесь нету никаких ни шкафов, ни дверок, ничего здесь нету. Вон она улица у нас. Я не знаю, там не видно, наверное. Это улица. Не видать ничего, да? Улица не видно, все белое. Будем здесь смотреть. Давайте пойти. Ну, давай, давай, кто еще тут, что? Ну-ка. Сейчас только выйдешь, начнется. Один смельчак. Ну еще кто? Давайте. Здесь бригада, которым уже скоро будет 7 месяцев. Здесь еще был кинорог, сейчас его. Здесь их было вообще-то 7 штук, 2 еще. Один сейчас в зале, одного нету.
Так, ну что, пойдем посмотрим теперь, что у нас там на другой лоджии творится. Сейчас только выйдем, будут петь. Ну-ка, здесь вот сядем, сейчас посмотрим. Ну-ка, давайте. Белый, что ли? Ладно. Эти они все поют. Более-менее. Ничего. Сейчас посмотрим на другое, что у нас творится в лоджии. Это кухня у нас там остается. Так. Лишь бы все сейчас переноска не слетела. Здесь вот у нас тоже птицы есть. Вот. Это жена у меня рукодельница. Она делает вот это вот. Тоже птички. Так, теперь здесь мы смотрим, что у нас. У нас здесь тоже. Так, здесь лимонный, белый, пестрый. Тут тоже клетки для жаворонков, для юлани. Короче, здесь у меня вот в этих клетках жили дрозды. Черный, сизый дрозд, черный. Сизый у меня 7 лет прожил. Черный, правда, 2 года я его отдал. Сизый прибрался. Сейчас эти будут петь, должны. Посмотрим, что они. Ну-ка, только выйти, маленько. Ну-ка, кто тут смелый? Ну-ка, давайте, давайте, чё? Ну. Кто там чё, давайте. То ничего, да. Ну, сейчас чуть-чуть отойдем, они будут петь. Так. Ставить им камеру, пусть они поют. И так, может, запоют, хер знает. Ну-ка. Давай. Кто там смелый? Ну, это не все, просто кенара не приученные, чтобы я тут сидел, я с ними не сижу тут. Их надо отдельно выставлять по одному в зал, тогда они поют нормально. А здесь они
Или приучать их, чтобы здесь находиться. Я здесь нахожусь редко, только кормить их захожу. Ну, сейчас я... Это еще не все у меня, конечно, не все мое хозяйство. Сейчас мы еще тут покажем, пойдем. Так. Вон они начинают там, только вышел, они уже... Здесь есть у нас кинорог один, вон. Тоже это я принес сюда, пестренького, трохи послушать. Так, сейчас вот здесь у нас, это входная дверь. Там перегородка у нас. Сейчас посмотрим, что там у нас поют. Так, здесь другое у нас. Так, наверное, плохо что-то видно. Там вот самки у меня сидят. Белая, три зеленых. Это старые самки. Здесь вот живет лимонная самочка с реплом. Это с этой стороны, а с той стороны сейчас покажем, что там живет. Там живут. Надо на стул вставать. Кеннер. Гибрид, африканец и еще гибрид с реплом. Сейчас я стул поставлю, я все покажу. Так. Вот кинорог. Специально для эксперимента сюда выставил, никто ничего ему не крутит. Раньше он крутил, слушал музыку. Это гибрид. Африканец с канарейкой. Африканский вьюрок. А вот это сам вьюрок. Отец. Но темно, плохо, наверное, видно. Это гибрид с реплом. Так, а с этой стороны у нас вот сейчас это вот репел. Волнуется. А это самочка под Сережи. И тут зеленые самки. Здесь у меня их три штуки. И одна белая. Вот такие вот дела. Вот так вот они здесь живут все. Когда дверь открывается, поют громко эти гибриды. И африканец, вот он попёр. Африканец поет. А там кинора поют. Ну, вот так вот мы их содержим.